Здравствуйте, меня зовут Павел Федотов. Я рад приветствовать вас на вводном курсе программирования на языке Python. В наше время вычисления и программирование проникли практически во все области человеческой деятельности и перестали быть уделом исключительно только суровых программистов. Сегодня умение программировать будет полезно практически каждому. Данный курс основан на опыте обучения биологов программированию. Пройдя данный курс, вы научитесь с помощью языка Python осуществлять вычисления, необходимые вам, делать ввод-вывод данных в ваших программах, писать программы, которые содержат условные конструкции и циклы, разрабатывать свои функции и использовать встроенные в Python функции и структуры данных. Для того, чтобы научиться программировать, вам необходимо будет писать программы. Просмотр одних только видеолекций будет недостаточно. Точно так же, как недостаточно просмотр балета для того, чтобы научиться танцевать. Важна практика. Поэтому мы предложим вам большое количество заданий. Некоторые задания будут на понимание, но большая часть заданий будет на написание программы. Программы вы, естественно, писать будете на языке Python. Язык Python по-русски также часто называют питоном. На самом деле назван в честь британской комик-группы Monty Python. Язык был впервые анонсирован в 1991 году голландским программистом Гвидо ван Россумом. И с тех пор развивается силами широкого сообщества программистов. Было выпущено большое количество версий этого языка. В 2008 году вышла версия Python 3, в которую был внесен ряд изменений, которые сделали этот язык несовместимым с предыдущими версиями. Это означает, что программы, написанные на более ранних версиях языка, оказалось невозможно запускать на новой версии языка Python 3. И с тех пор существует параллельно две ветки языка – Python 2 версии и Python 3 версии. Мы с вами в этом курсе будем использовать самую последнюю версию, третью версию языка.